Привет всем! Это канал J-Play, и у нас здесь смерть как искусство 2 охота на кукловода. Мы уже проходили с вами первую часть, проходим вторую часть. Вторая серия, собственно, мы продолжаем. Мы, короче, тут подручными средствами, значит, липкой лентой, это скотч в простонародье называется, степлером раздробили карандаш, карандашом сделали, короче, отпечатки. Что? Теперь отпечатки видно намного лучше. Так, я вернулась. Все нормально. Мы теперь слышим звук. Отлично. Я промучилась с этим почти весь день. Ну ладно, не весь день, но я промучилась с этим снова. Опять звук прервался на середине. Вы могли это услышать. Все вроде нормально. Давайте быстро играть, пока еще возможно. Засекаем время. Полчаса. Не больше делаем серию. Так, а на чем мы остановились? Значит, у нас есть теперь отпечатки. У нас есть... Образцы теперь более или менее в сохранности. Какие-то крошки с губы ее мы взяли. Без перчаток мы трогать не можем. Мы, по-моему, здесь все взяли, нет? А, нет, подождите. Мы что-то там с крестом должны были сделать, нет? Я что-то забыла. Знак нарисовал убийца? А, нет, мы все посмотрели. Мы зафоткали, правильно? Да, мы захлопнули форточку, мы все захлопнули. Пойдемте тогда уходить отсюда, наверное, да? Да, я надо нажать эту штучку, да. Все, уходим отсюда. Я так понимаю, что надо уходить. Коридор, вид от входа. Пошли. Так. Давайте пообщаемся с ним. Подожди, пробки. Спасибо, это все. Мы можем выйти? Может быть, стоит осмотреть помещение повнимательнее? Вдруг инспектор что-то упустил? Отлично, нам отрезали. Боже, как я люблю за это эту игру, потому что нам отрезали сейчас момент выхода отсюда, прекрасно. Значит, мы должны еще что-то здесь сделать, и давайте сделаем. Предохранители, вы помните, мы в первой части уже работали с ними. Неудивительно, что здесь почти нет света. Ага, да? И чё? Неудивительно, что здесь почти нет света. И ничего, да? Ничего из этого не получится. Да? Неудивительно, что здесь почти нет света. А что надо сделать? Липкую ленту? На. Как говорится, терпение и труд. Ой. Не получится. Нервы отомрут. Пошли. Вы что-нибудь видите здесь по окружности? Сюда пройти нельзя. Возвращаемся. Хорошо, значит, надо что-то сделать еще с... А здесь есть что-нибудь? Выключатель есть, ну конечно. Нажимай. Предохранители все еще не в порядке. Так, вот. Теперь нам нужны предохранители. Отлично, пошли. Я прям, серьезно говорю, я настрадалась, намучился. Видите, у меня запал пропал даже. Я начинала минуту назад, для вас это была минута всего лишь, с более лучшим энтузиазмом, чем сейчас, потому что, ну, конечно, я очень расстроилась тем, что снова звук пропал, но вроде он обрелся снова. Так, вот, отлично. Здесь так темно. Как вы осматривали место преступления без нормального освещения? Пару часов назад со светом было нормально. Здесь окна просто огромные. Понятно. А никому не показалось странным, что проводка повреждена? Здесь же репетиции проводят? Ну да. Есть идеи? Может быть, это сделал убийца? Вот именно. Он что, не мог просто свет выключить? Может быть, он пытался спрятать что-то от нас в темноте? Нужно проверить. Или наоборот, может быть, он хотел привлечь наше внимание вот, к чему-то. Да. Очень интересная мысль. Может, это все-таки другой убийца? Будем надеяться, что нет. Нормально тогда. Будем надеяться, что Спасибо, это не другой убийца. Хотя, с другой стороны, логично. Лучше надеяться, что это не другой убийца, потому что чтобы убийца был только один. Не хватало еще подражателя нам тут. Неудивительно, что здесь почти нет света. Так подожди, а что делать? На? Не получится. Нет? Нет. У этого инструмента наверняка... Так. Не получится. Так, а в смысле? А что ты мне хочешь, чтобы я сделала? Мужчина! Спасибо. Так, с этим бестолку. А что мне делать? Николь. Непонятно. Свет не появился никакой? Очень странно.
Реально странно. Так, хорошо, пойдемте к окну. Слушайте, ну раз он отметил здесь место крестом, значит, с ним что-то не в порядке, да? Знак нарисовал убийца? У меня уже есть такой снимок? Логично. Отпечатки мы сняли. Ничего из этого не получится. Ясно. Давай попробуем вот так вот сделать. Думай, Николь, думай. Окей, а вот так? Как говорится, терпение и труд. Думай, Николь, думай. Нет. Я не знаю, Николь. Нас нет там ничего с этой стороны? Нет. Я реально не знаю. Может быть, там спички лежали или что такое? Или... А, нет, спички мы уже использовали. А, возьми вот это. А, нет, здесь мы все взяли. Вот здесь вот. Ага, не берется. Табак, точно. Остался только табак и трубка. Стол. Обычный письменный стол. Так. Давайте пробовать все на все. Наше любимое. Думай, Николь, думай. Думай, Николь, реально думай. Говори мне. Как говорится, терпение. Думай и говори мне, о чем ты думаешь. Как говорится, терпение и труд. Жаль, здесь нельзя сбрасывать вот эту вот ее мысль. Как говорится, терпение и труд. Тут нужен другой подход. Не получится. Нет. Ничего из этого не получится. Нет. Думай, Николь, думай. Странно. Я не вижу никаких еще инструментов для того, чтобы нам что-то найти. Это что такое? Доска какая-то, смотрите. Крест сюда указывает. Тень указывает на одну из досок. Отлично, с досок, досок. Опа! Это что такое? Так, зафоткать, зафоткать, Николь, по-любому. Дайте посмотрим. Нет, так не... Да, надо зафоткать. Я молодец. Кто молодец? Мы молодцы. Мы с вами молодцы. Мы догадались, что надо зафоткать. У-у-у-у. Мы те еще детективы. Ну, я же вам говорила. Так, хорошо, мы зафоткали. А теперь давай в файлик положим. Вот, вот он не заметил, потому что, блин, не, этот лягушатник вообще ничего не может сделать без нас. Абсолютно. Инспектор тоже мне называется. Ага. Так, нормально? То есть мы в итоге все увидели, да? Теперь можно уходить? Ну-ка, пошли попробуем уйти. Ну-ка, давай. Так, мы, наверное, все уже, нет? Будем ему что-то говорить? Нет, не будем. До свидули. Спасибо. Все? Можно пойти? Может быть, стоит осмотреть помещение повнимательнее? Нет! Неудивительно, что здесь почти нет света. Улика готова к транспортировке. 1793. Это год или это код? Что-то одно из двух. Мы еще не все, прикиньте, мы еще реально не все. А что же нам надо? У тебя есть какой-нибудь список заданий, диалоги? Что за диалоги? О, смотрите, диалоги. А, тут прям все, с чем мы разговаривали, да? Да. Нет, это нам не интересно. Документы. А в журнале ничего нет. Ясно. В телефоне только позвонить... Это что? А это что? Ясно. А здесь что? Положить трубку, да? Да. Так. Непонятно. Все еще не... Ладно, давайте еще раз попробуем. Может быть, надо выключить? Или включить? Я уже запуталась. Мы включили, выключили или нет? Ну, хорошо, подошли еще раз к окну, давай. Знак нарисовал убийца? Ну, логично. А что вот это за штучка? Может быть, что-то надо сделать? Как говорится, терпение и труд. Нет. Ничего из этого не получится. Странно, странно, странно. Ага. Так, давайте думать еще, что можно сделать. А все, здесь ничего не сделать. Реально больше ничего не сделать. Кукла! Ну, конечно! Ты вложил немало труда в эту маленькую куклу. Точно! Давай! Вот я овца. Мы в самом начале, почему ее не взяли-то? Я протупила. Случайно сейчас абсолютно попалась опять в очередной раз. Ну, хорошо, что мы подошли. Мне кажется, теперь мы можем уйти. Давайте осмотрим наши, значит, улики.
Во-первых, у нас закончились файлы, и мне кажется, на этом точно все. На этом мы все здесь сделали. У нас получается... Списки ничего мне не говорят. Список арендаторов студии. У нас есть лист с отпечатками пальцев, которые были на окне. Вот тут, где-то вот в этом моменте, вот здесь вот. У нас есть ватная палочка с какими-то кристаллами, какими-то крошками с губы вот этой несчастной балерины. У нас есть куча фоток, у нас есть вот эта штука. Да, и у нас есть вот эта кукла. Ой, смотрите. Смотрите, какая. Хотела сказать, на заставку пойдет, но нет, мы же вроде решили, что на заставку пойдет вот эта балерина, да? Давайте на нее взглянем еще раз, чтобы было логично, что она на заставке у нас не просто так, потому что мы на нее смотрели. Вот. Да. Вот эти кристаллы мы собрали в прошлый раз. Не следует трогать труп без. Хорошо, любви. Не будем. Все, пошли. Николь, побежали отсюда быстрее. Уже это, ужин стынет, горшок звенит, пошли. Ух, ну слава богу, все сделали. И хорошо, что у нас заработал звук. А можно с ним попрощаться, нет? Пора идти, нормально. А вам не скучно здесь торчать? Уи, мадемуазель. Все коллеги уже сидят в ресторане или уехали на выходные. Я уже ухожу, не волнуйтесь. Но сначала, пожалуйста, выслушайте меня. Да. Конечно. Улики. Ты им так просто их отдашь, да? Вот вещдоки. Пожалуйста, передайте их инспектору Пяти. В понедельник? Может быть, вы еще застанете его в участке. Он вряд ли обрадуется. Передайте ему, что я нашла новые следы и подсказку. Возможно, ее оставил убийца. Инспектор рухнет. Пожертвуете ради этого дела пары минут из ваших выходных? Уи, мадемуазель. У инспектора есть моя визитка и адрес отеля, в котором я остановилась. Если у него будут вопросы, пусть звонит в любое время. Хорошо, я передам. Отлично. Я закончила. У них выходные, понимаете? Нет, нужно подождать, пока тело заберет. А, коронер еще не приехал. Мы успели до приезда коронера. Вы понимаете, да? У них... Так, Париж, 15 апреля 2008 года. Время 20:00. Это что летает? Мы приехали в отель, да? Это кафе, это назад, это холл гостиницы. Пойдем, Николь, давай быстро бегай. Небольшой уютный отель. Вау. Чудненько. Какие-то вещи. Чемоданы. Два чемодана. Ваза. Гости, видимо, чувствуют себя как дома, раз оставляют чемоданы без присмотра. Хм. Гости, видимо, чувствуют себя ясно, как то же дома, самое. Ну, Николь, пожалуйста, не надо. Давай сбрасывать. Тюльпаны. Интересно, они из Голландии? Не знаю, почему именно из Голландии. Это что за чемодан? Тут еще что-то. Ну? Гости, видимо, чувствуют ясно, себя как я поняла. Почему нельзя сбросить, интересно? Было же можно в тот раз, в первой части именно. О, бонсай, да? Бонсай, обожаю, да, наверное. Обожаю бонсай. Я тоже. Они такие прикольные, но ни разу я... Хозяйский шкафчик для у меня ключей. Не получилось с ним справиться. Ну, мне кажется, мне уже давали такой, знаете, ну, разбитый. Ну, в смысле, уже помирающий. Их же тяжело бонсуар. Так просто. Как прошел день? Напряженно. Да. Значит, пора перекусить. Я пока не очень все голодна, нас пытаются но, накормить. Ладно. Что порекомендуете? Может быть, ащи перменти? Это запеканка из картофеля с мясным фаршем. Пожалуй, мне бы хотелось чего-нибудь попроще. Например? О, боюсь, пиццы у нас не бывает. Слышь ты. Вы ведь уже знаете, что мне нравится. Доверяюсь вашему выбору. Уи, мадам, я вас не подведу. Смотри, хорошо, у меня. Я пока поднимусь наверх. Мне нужно сделать один звонок, очень важный. Пожалуйста, возвращайтесь через полчаса. Я проверю, слышишь ты? Ты понял, что это у тебя звонок? А, ну смысл звонить, он тут стоит. Все, да? Лестница. Нормально он нас так обосрал с пиццей, типа, да, сказал? Так, о, бамбуковая палка. Бамбук здесь выглядит как-то инородно. Но он поддерживает, большой очень. Опа. Да, чем вам помочь? Еду, дай еды. А, нельзя трогать, нельзя, все, поняла. Пока рано трогать. Потом пригодится, видимо. Раз тем более у нее ручка появляется, вот эта вот лапка, ладошка, то точно можно будет ее потрогать, взять, что-то подпереть, отпереть, наверное. О, как тут много всего. О. Че? Пробка от шампанского? Пробка от шампанского. Но букет по запаху оценить не могу. Ясно. В моей работе порой очень важно иметь под рукой чистый платок. Салфеточки лучше. Одноразовые. Посуда. Когда же я найду минутку на бокал хорошего вина? Не знаю, Николь. Нельзя. Да.
Чем вам помочь? Ничем. Я так просто это. Я здесь хожу, брожу. Так, эта розетка не активна. А, номер. Черный ход. Ага. Не, ну вы давайте в номер. Нафига нам черный ход-то сейчас? Номер мне нравится, хотя кровать слишком большая. Ты обалдела, что ли? Зажралась, слишком большая у нее кровать. Вы видали? Что это такое? Это что-то можно посмотреть? А что ничего не активно? А, вот тут. Кейс для ноутбука. Штаны валяются, футболки валяются. Кровать у нее слишком большая. Видали вот эту такую жопу карамельную? Теперь тяжелый кейс для ноутбука заменяет женщинам редикюль. Да. Конечно. Хотя... О, видали? Считается, что женщины что угодно уместят в кейс от ноутбука. Но сейчас он мне не нужен. Ясно, все, давай не трогать. Вы видали, там машина внизу проехала, и вот здесь вот фары такие. Вжжж. Блин, какая прелесть. Как потрясающе нарисовали. Все красиво очень. Я напоминаю, это квест. Это просто обычный квест. То есть это как бы, ну, такое. График не особо так мощный. Так. Так, ноутбук. Такой выдается каждому агенту бюро. Прекрасно. О, что-то нажали. И чё? Давайте нажмем вот на эту штуку и посмотрим. Кабель от камеры. Ага. Это нужно камеру сюда, да? На. Отлично. Что еще? Пироженка недоеденная. Это что? Антенна. Внешняя антенна, 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 антенна. Тут две кнопки. Да, тут две кнопки, смотрите. Неужели я забыла ее включить? Чё? Не понял. Подожди, ладно. А, лампа. Лучше не возиться с лампой, пока она включена. Чего? Зачем ты выключил лампу? О. Что происходит? Николь, думай. Кто-нибудь объясните, что мы делаем? Я не совсем понимаю, если честно. Зачем ты вынула? Адаптер. У нас что-то не работает, да? Мы уже это чиним? По ходу дела, да. Так, подожди. Давай-ка попробуем ноутбук нажать. Антенна не подключена? Да, вот, все, теперь ясно, зачем и что мы делаем. Меня предупреждали, что могут возникнуть такие проблемы. Нужен адаптер. Что? Так. Не влезет, да? Логично, другая розетка. Ох, блин, понасоздают разных розеток. Нет, это не сюда? В смысле, почему? Как говорится, терпение. Ясно, все, я поняла, не надо со мной так разговаривать-то. Так, это не подходит. Эту зачем вставлять, непонятно. А, она вставляет автоматически. Давайте сюда посмотрим, что здесь. Может быть, вот так? Нет? А, здесь ничего не работает. А что тогда работает? Вот здесь, да? На. Не выйдет. Неужели я забыла ее включить? Так как ее включить, если оно не работает? Не получится. Что-то не происходит ничего. Подожди, верни. Антенна не подключена? Естественно, как это все сложно и дико. Может быть, что-то еще здесь надо сделать? Нужны провода. Самые обычные подойдут. Какие еще думай, провода? Николь, думай. Вот это не провод? В чашке плесень. Надо бы почаще впускать горничную. Сколько ты тут сидишь, ты же не пьешь, объясни мне. Думай, Николь, думай. В смысле думай? Думай, Николь, думай. Ничего не понимаю. Переверни. Думай, Николь, думай. О чем ты? Вот эту? Не выйдет. Да почему? Провод-штекер. Думай, Николь, думай. Это еще и разное. Думай, Николь, думай. Так, окей. Как говорится, терпение и труд. Как говорится, терпение и труд. Подожди, что на ней написано? Лампочка для постоянного тока. 12, ага. Так. Думай, Николь, думай. Думай, Николь, думай. Думай, Николь, думай. Ничего не понятно, ладно. Ну-ка, выйди.
Здесь нету ничего, да? Тут провод ничего. Немножко непонятно. Я бы даже сказала, немножко непонятно. Вообще абсолютно непонятно. От слова совсем ничего непонятно. Как говорится, терпение и труд не выйдет. И сюда тоже, да, не воткнуть? А, оно вообще не активно. Капец какой-то, что происходит, не понимаю. Здесь ничего не активно, это мы вынули, правильно? Да что ты будешь делать-то? Хоть какой-нибудь это... Провод? Думай, Николь, думай. А почему ж тут же был провод и что-то еще, нет? Думай, Николь, думай. Кто-нибудь мне поясните? Думай, Николь, думай. Да что ж ты будешь делать так? Думай, Николь, думай. Да ты мне можешь сказать, произнести вслух? А, все-таки есть. Ага, когда она перевернута вот так, только... Не получится. Почему? Переверни ее. Думай, Николь, думай. Нет? Думай, Николь, думай. Непонятно ничего от слова совсем, понимаете? Лучше не возиться с лампой, пока она включена. Думай, Николь, думай. Не получится. Тут нужен другой подход. Какой? Вы что не понимаете? Я просто реально у меня в голове... Я не понимаю смысла. Так, хорошо, давайте выйдем. Может быть, здесь что-то еще есть вокруг где-то? Вот, тумбочка. А, ну конечно, мы, наверное, не все еще выбрали. А, нет, ни хрена, да? На тумбочке ничего нету. Серьезно? Реально нет, смотрите. Вот это поворот. Ноутбук, кейс для ноутбука. Тумбочка, а что на тумбочке? Не понял. Так. Мы застряли. Просто ужасно застряли, потому что это реально что-то страшное. Так, а портье нету. Ну-ка, давайте позвоним ему. У тебя есть переключатель для розетки? Слышь? Чувак. Эй, дзынь-дзынь. Не буду баловаться со звонком. Так он не идет. Алло, мужчина. Добрый вечер. Хозяйский шкафчик для ключей. Непонятно, если честно. Совершенно. Что надо сделать? Есть что взять? Так, он ушел, значит, можно что-то взять, да? Вот тут вот. Нет? Да! Не представляю, что с этим делать. А что это? В моей платок. Работе порой ясно. Очень важно иметь подробный. Не представляю, что с этим делать, говорит. Не представляю, что с этим прекрасно. Делать. Прекрасно. Замечательно. Это что? Посуда. Посуда. Когда же я... А это что? Закрыть дверцу? Крюк с резьбой. Крючок, который можно вкрутить в дерево. А выкрутить? Не представляю, что с этим делать. Нет? Крючок, который можно вкрутить в дерево. Не представляю, что так, с этим нет, делать. Так, нет, короче, прикиньте. Рано сюда пришли. А вот эту бамбуковую палку, хотя как она нам поможет? Не представляю, что с этим ясно, делать. Ясно, короче, зря. Возвращаемся обратно и давайте позвоним кому-нибудь. У нас есть шеф и Рут. Ты будешь звонить? А, надо вот так нажать. Что у тебя за телефон такой? Хрена с два. Просто черт тебе называется. А давайте позвоним Рут. Так. Рут, хоть ты ответь мне. Во, видели опять вот этот вот свет от фар. Ой, прекрасно. Нет. Конечно. Считается, что женщины что угодно. Подождите, но у нас, получается, ничего нету. А на улице, там помните, кафе было? Давайте сходим в кафе. Ну, я не знаю, мы просто реально, у нас как будто не хватает чего-то еще.
явно какого-то инструмента для того, чтобы сделать так, чтобы как-то подключить антенну. Кафе. А назад это мы куда попадем? Не знаю. О, смотрите-ка. Кто это? Кафе. Пьер. Кафе. Зашибись. Почему Пьер это Пьер, а женщина это кафе? Что за дискриминация по половому признаку? На кофе сейчас времени. А, нет, это не дискриминация. Он в принципе ее не видит. Это в любом случае дискриминация. Пьер. Что за Пьер? Пьер, здравствуйте. А, она в этой части она не хочет. Что здесь? Назад и отель. Давай подойдем с ним, пообщаемся. Попробуем сейчас. Просьба. Здрасте. Вот вы где. У меня к вам небольшая это просьба. Наш этот... Вы желаете присоединиться к нам? Сильвия Леру, мисс Боннет. Здрасте. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Взаимно. Чем могу помочь? Мне нужен адаптер для зарядного устройства. Не могу зарядить мобильный. О, это обычная проблема. Как раз на этот случай я время от времени покупаю несколько адаптеров. Замечательно. К сожалению, мои рассеянные гости склонны увозить их с собой. Так что в данный момент у меня ничего похожего нет. Ты издеваешься, да? Нет, объясните мне, как это возможно? Он говорит, у меня есть куча адаптеров, я могу решить вашу проблему, но, к сожалению, мои гости увозят их все, поэтому я не решу вашу проблему. Ты дебил? Это у вас так принято, что ли, да? Зарядное устройство и проволока. А где можно его купить? Прямо сейчас, скорее всего, нигде, но я займусь этим завтра прямо с утра. Так мне сейчас надо. Что раньше никак, но все равно спасибо. Сильвия, пожалуйста. А у вас случайно нет адаптера? Ну-ка. Я вас очень понимаю, но помочь не смогу. Свой адаптер я забыла на Мальте. Значит, ничего не поделаешь. На Мальте забыла свой адаптер. Спасибо, но мне нужно подняться к себе. Подожди, там была проволока. Возвращайтесь поскорее. Я знаю, что ужин Николь с помощью проволоки и зубчиков от расчески способна сотворить чудеса. Потому что у нее был дедушка, который ее всему обучил. Видимо, обучил мастерству выживания в любых условиях. Мне нужен кусочек проволоки. Что это вы задумали? Хочу поковыряться в ноутбуке. Может быть, заколка подойдет? У меня найдется парочка. О, ты моя умничка. Идеально. Спасибо большое. Спасибо. Нет проблем. У нас-то волосы коротенькие, нам эти заколочки ни к чему. Приятного вечера. Спасибо потом. Большое. Спасибо. Спасибо. Да-да-да. Ужин почти готов. А мы здесь будем ужинать, да? Вот прям вот. А, ну хотя что тут из отеля просто... Вот отель и тут же кафе прям следом. Так, у нас есть заколка. Это называется невидимка. Пойдемте, давайте сейчас. Во-первых, давайте послушаем, что он скажет. Широко распространенная и незаменимая в оперативной работе. Да, верно, все верно. Так, а вот это? Лампочка для постоянного. Это мы слышали. А вот это? Одна из тех мелочей, которые женщина всегда носит с собой. Это точно невидимка, смотрите, прям вот это вот. Правда, такие железки, они так вырывают волосы отлично просто, по крайней мере, раньше вырывали. Есть черненькие такие, они не такие жесткие, они, конечно, держат хуже, но хотя бы не вырывают вам волосы, к чертовой матери все. Так, а что ты мне предлагаешь с этим делать? Эти два куска заколки должны подойти к штепселю. К ничего из этого не получится. Что есть? Не получится. Что? Куда надо? Не поняла. Сюда, что ли, надо применить? Не, не суй, ты что, в розетку? Нельзя совать. Не выйдет. Да это не сюда, подожди, а куда это? Стоп. Я сейчас немножечко растерялась, подождите сейчас секундочку. Куда нам? Вот сюда? Да, это вот сюда. Все, я поняла. А можно взять? Чё? Не понял. Кто-нибудь что-нибудь понял? Неужели я забыла ее включить? Я ничего не поняла. Мы что-то сделали, да? Это вместо нее, правильно? Сойдет? Антенна не подключена. Так. Кто-нибудь объясните, что происходит? Я сейчас в ступоре немножко, может быть... Лучше не возиться с лампой, пока она включена. Так. Вот так выключена. Да? Да. Вот так включена. Все, включили, да? Работает. Ага. Нифига себе, у тебя тут приспособления. Вот эти ваши ФБР, всякие штучки-дрючки. А это мы зачем тогда взяли? Снимки отправлены.
теперь с ними поработают наши специалисты. Великолепно! Муа! Опа! Рут! Здорово, динозавр! Алло? Нью-Йоркское отделение ФБР, чем могу помочь? Чё так тихо? Ты еще на работе? Это Николь, у меня просьба. А, это ты, солнышко. Ты где? В джунглях? Хорошая шутка. Фига себе, ей сменили озвучку. Я видела, из Парижа пришли какие-то фотографии. Почему тебя так плохо слышно? Что с ними делать? Передай их Нику, попроси посмотреть. О, тут тебе не повезло. Он уже ушел. Ну, естественно. Ясно, как обычно. Ну? Тогда передай их Фреду, попроси его сравнить с материалами по делу кукольника. Без проблем. На что обратить внимание? Положение тела, способ связывания жертвы, разбитое зеркало, отпечаток на стекле. Он поймет. Когда ты возвращаешься? Надеюсь, что скоро. Здесь особо заняться нечем. В Париже? Да там можно целую ночь гудеть. Как там мой кот? Отлично. А вот о моем холодильнике этого не скажешь. Спасибо, пока. Счастливо. Я даже не могла ни слова сказать, потому что ее так плохо слышно было. Я не знаю, вам было ее слышно или нет. Я в настройки не хочу лезть, потому что здесь диалоги на полную громкость и музыка тихо. Мне кажется, это сам так сделан, ну, сам по себе вот это вот сделано, потому что как бы того, видимо, что плохая связь, все дела. И что мы в итоге сделали? Ну-ка, подожди. Забирай фотоаппарат. И чё? А зачем мы вот это взяли с собой? Ладно, пусть будет. Много не мало. Берем кейс. Конечно. Считается, что женщины что угодно уместят. А так а что нам делать-то в итоге? Можешь шефу позвонить? Бред. Чё ему звонить? Нет, он недоступен. Так. Может, надо уйти? Опа! Смотри-ка! Говорит инспектор Пяти. Здрасте. Рада вас слышать. Ваш офицер доставил вещдоки? Да, спасибо. Мы все проанализируем. Я бы хотела обратить ваше внимание на... Не сейчас. Начальство просило передать. Есть новости. Какие? У нас еще одно убийство. Ого! Похоже, это тот же малый. Так быстро? На Монмартре. Я выезжаю, хорошо? Как скажете. Только искать место придется самостоятельно. Рю де Нуво, 5/13. Хорошо, спасибо за звонок. Спокойной ночи, мадемуазель. В смысле, то есть ты не придешь, ты не будешь нас ждать? Вечер пятницы, он пошел развлекаться, да, по ходу дела? Или уже столько времени наступило, непонятно. Мы, видимо, поедем сейчас на Монмартр. Я предлагаю вам на этом остановиться сегодня. Ну почему ты не можешь остановиться к нам? Давай хорошо, вот сюда. Вот, Николь, давай сюда. Пожалуйста. Николь, ну прошу тебя. Ну, Николь, ну давай. Во, отлично. Ну, у нас такая не очень получилась насыщенная событиями серия, как вы можете понять. Но что поделать? Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, то просто проходите мимо. В описании под видео будут ссылки на предыдущие серии, а также на первую часть, и также на всякие разные группы аккаунтов, в которых ничего нет. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Продолжение следует.